В Якутии готовятся к празднованию Дня матери. Отдавая дань уважения к материнскому труду и бескорыстной жертве во благо своих детей, праздник в республике отмечают каждое третье воскресенье октября. Дату установили в 1993 году. Сегодня в Якутске прошло возложение цветов к памятнику матери. В мероприятии приняли участие глава республики Егор Борисов, лидеры общественных организаций, молодежь и многодетные матери. Сейчас в Якутии особое внимание уделяют улучшению качества жизни многодетных матерей, предусматривают различные льготы. Одна из них – республиканский материнский капитал. Да, мы знаем, что День матери в Российской Федерации, в регионах России отмечается в разные даты, в разные дни. Но смысл содержания у всех этих праздников один. Это чувство любви к своей матери. И сегодня, когда говорим о матери, мы всегда должны помнить, что они посвящают свою жизнь ради нас. Они делают все возможное, чтобы мы выросли нормальными, любящими свою родину, свою семью, свой родной край людьми, патриотами. Сегодня мы должны полностью преклоняться перед матерью и выразить в полном объеме свою любовь, свои чувства к ней.